Доброе утро! И это очередной рассвет в рыболовном клубе «Чайка». Два прекрасных лебедя плавают у нас в акватории, на которых можно полюбоваться. Есть у нас вот такое красивое сердце. Любой может сфотографироваться на его фоне на долгую-долгую память о рыболовном клубе «Чайка». У нас нет передвижных туалетов, в котором вечно грязно и плохо пахнет. Наши туалеты сделаны с любовью и по-домашнему. Здесь всегда чистенько и уютно. Также у нас имеются комфортные беседки, которые находятся прямо на берегу, в которых можно пожарить шашлык и, не отходя от беседки, порыбачить рыбку. В гостинице можно разместиться на несколько дней. Банкетный зал примет много народу. В нем можно справить и юбилей, и свадьбу, и день рождения, и корпоратив. Вашу рыбу, которую вы поймали, мы сможем закоптить в нашей коптильне. Дети, женщины могут поиграть на детской площадке, хорошо оборудованной. Также у нас имеется бассейн в жару. Можно искупаться, чтобы охладиться. В продаже всегда имеются различные напитки. Наша столовая готовит вкусную и полезную пищу. Приезжайте к нам в рыболовный клуб, и вы всегда захотите вернуться к нам. Всем приятного дня, а рыбакам ни хвоста, ни чешуи. Приезжайте, это рыболовный клуб «Чайка».